Здание образовательного учреждения – одно из старейших в районе. Реконструкция требовалась давно. 2 года назад после посещения учебного заведения губернатор Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать школу. Нашли инвестора, а деньги, а это около 70 миллионов рублей, выделил Каспийский трубопроводный консорциум. Сегодня глава региона вместе с инвестором приехал посмотреть на результат. От старого здания остались только стены. Школа изменилась до неузнаваемости, поделился впечатлениями Вениамин Кондратьев. Оборудованы 14 специализированных кабинетов современным оборудованием и техникой, спортивные актовые залы, столовая и медицинский кабинет. Сегодня это даже не обновленная, а новая школа. Молодцы. Ну, я считаю, что это успешный пример реализации совместного проекта. И для КТК это была большая радость участвовать в реконструкции школы. Я думаю, что для многих детей будет привилегия учиться именно в такой школе. Впереди у нас еще будет немало проектов. Как вы правильно отметили, бизнес бизнесом, вот, а работа для людей. КТК – это социально ориентированная компания. И ведь можно делать инвестиции, конечно, и в бизнес, но они делают самые главные инвестиции – инвестиции в детей. Значит, они вкладывают свои инвестиции в будущее. И я хочу вас заверить, поверьте, это будущее не доставит с ответом долго ждать. Сейчас в 37-й школе учатся 470 учеников, а 1 сентября порог образовательного учреждения переступят 52 первоклассника.